Здравствуйте все, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. У нас экстренный выпуск. Многие мои подписчики знают в WhatsApp, что я в последнее время приболела. Ну вот, и сейчас я прохожу лечение, и в приюте у меня работают помощники-волонтеры. Спасибо им огромное за их тепло, сердечность. Но сегодня, конечно, произошло непредвиденное. Наша собака Ози. Обычно они гуляют на поводках. Вот. Сорвалась с поводка и, к сожалению, убежала. Света, Вита, все. В общем, ходили, ее искали, и собака приползла на передних лапах, к сожалению. Сегодня 8 марта, а у нас вот все не как у всех. Просто получается, я не рядом, я не могу оказать помощи. Я экстренно связалась с Николаем Николаевичем Ломакиным. Он ждет нашу Ози. Я молю Бога, чтобы только она была не спинальницей. Я отправила перевод 30 тысяч, который я собирала, к сожалению, на Ярика. Но, простите меня, сейчас экстренная ситуация, и нужно экстренно оказать Ози помощь. Вы меня простите, но когда ты не рядом, и когда случается с твоей собакой такое, это больно. Это действительно больно, и когда ты понимаешь, что все, что ты можешь делать, это спасать на расстоянии, договариваться. К сожалению, сами знаете, клиник у нас нету, а город Рязани – это 290 километров. Буквально сейчас, через 10 минут, волонтеры собираются и везут нашу Ози в клинику. И, соответственно, Ози будет на стационаре, потому что нужно обширное обследование, что у девочки. Снимки, УЗИ. Самое важное во всей этой ситуации, первое, это чтобы не были задеты внутренние органы. Вы все знаете. Ну, а там уже будем молить Богу, чтобы только-только не перелом позвоночника. Потому что у нас столько много больных. Я не могу никого обвинять. Я не могу. Это собака. Это собака, которая просто сорвалась с поводка и убежала. Мы не можем залезть собаке в голову, да, и сказать ей, что туда бегать нельзя. Там опасно, там страшно. Она просто побежала. Но какой-то очередной недочеловек почему-то, чтобы притормозить, просто сбил нашу Ози. Ну, слава Богу, что у нее хватило мужества, силы, хоть на передних своих лапках, но приползти к волонтерам, которые сразу же связались со мной, которые просили помощи и просят. Спасибо хочу сказать огромное, конечно, Николаю Николаевичу, что он в свой выходной ответил нам на телефон, что он будет ждать Ози в клинике, что он ее госпитализирует. Николай Николаевич, еще раз искренне вам большое спасибо, вы прям наша палочка-выручалочка. Больно осознавать то, что когда тебя нет рядом, и ты не можешь в полной мере оценить ситуацию, насколько все сложно и насколько все это. Но спасибо опять моим волонтерам, что они экстренно повезут сейчас, они не отказали. Они повезут сейчас экстренно Ози в клинику. И сегодня праздник, а у нас праздника нет, к сожалению.
Потому что, ну, потому что вот так, не знаю, так Богу угодно ли. Либо так должно было быть. Я не знаю, почему. Но как-то вот так вот. Большая моя дружная семья. Денежки, еще раз говорю, денежки, которые собирались на Ярику на операцию, завтра Ярика операция, я экстренно отправила на счет клиники 30 тысяч на спасение Ози. Я обращаюсь к вам, к каждому. Я у каждого прошу вашей помощи помочь Ози. Помочь нашей Ози финансам, оплатить ее лечение и собрать денежки на ее лечение, на стационар. Конечно, я прошу каждого вас, каждую вашу душу откликнуться. 50-100 рублей, ваша помощь, она всегда ваша помощь, которая идет на спасение их. Но вот так, простите, вот так получилось. Так получилось, что собака просто убежала. Хорошо, хоть она живая. Это уже хорошо. Поэтому большая моя дружная семья. Я каждого прошу, помогите нам. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.